Так, сейчас мы пойдем, наверное, у меня вылетело. Вообще вылетело из компа. Типа, сейчас пойдем куда? Можем пойти на Hunger Games, чего нет? Акиблок обычно я не люблю, хотя у меня на Акиблок сильно лагает. Не обессудьте. Вот. Чё тут? Ай-ка, выйди отсюда. Еще до начала и капец как лагает, я говорю, вообще. Ту-ту-ту-ту-ту. Ай. Уи. Ча-ч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 а. Так, побежим. Куда побежим? Туда побежим. Ого, ну, побежали, сломались капут, насишь, фантастиш. Никогда не любил бежать в центр, у меня никогда не получалось там что-то залутать. Вообще, как бы, ничего не получалось. Поэтому я всю жизнь бегал, ну, насчет лаки-блоков сразу назад бежал. Так, у меня есть меч, это хорошо, как минимум, кому-то навалять смогу, пустому. Так, ай. Ну еще в таком случае тоже помогает мне очень хорошо. Макимук, макимук, макимук. Так, неплохо. А, тут паркур. Нет, с паркуром у меня все плохо. Тут нету никаких лаки-блоков. Нет, а если я попрошу? Жалко. Ай, нет, там чуваки. А тут лаки-блок. Так. Шлемик. Ай, Крамба бежит. Но почему-то не добегает. Ну, пёрл есть. А, магический жемчуг. Да, ну, на, он телепортируется к черику. Какому-то. Ну, если это тот. Потому что тут есть разные жемчуги. Да, есть обычный, типа, как телепортирует, а есть... То есть телепортирует к чили, как он лук-паук выпал. Это обычный лук, а это лук-паук, да. Ну, на самом деле, не знаю, почему людям так нравится лук-паук. Мне вообще он не нравится. Я... То есть весь смысл в том, что ты должен стрелять перед челиком, и перед ним соспавнится паутина, и он не должен упасть. Да, ну, даже если упадет, то, блин, он с ним убийца быстро. Золотой ямок. О, тьма, 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 на. Я бегу. Так. Так, 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 молчи. Так, где ты? Ай! Хорошо, что я хоть в воде. А, буля бьется. Собака. Да. Он все-таки теперь ходит сразу к челику. Сейчас он меня затащит. А, не, я его развалил. Так, сейчас. Похаваем Бейка. Бейка, Бейка, Бейка. Хоп. Так, 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 все отлично, так, чувак, лучше вообще отстой, я вам скажу, так, одно и то же, остата, остата 2, так, это лучше, можно сюда передвинуть, вот сюда, 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 так, гэп, ага, так, 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 все. Как-то более-менее забрался. С вещицами. Чё там выпало-то? О, меч, атака 7, атака 6. Ну, еще острота и отдачу нет. Это получше. Вот вы видели, он был экипирован в разы лучше, чем я. Да ай, вот этого я точно не вольну. Ну, хотя, в принципе, если я попаду зелька в него,
Хотя быстрее я попаду, скорее всего, я попаду на себя или топчу на него. Ну ладно, так он там давно не лежит. Я надеюсь. Челик, ты за мной лежишь? А, бежит, зараза, бежит. Ну что, он меня убил. Да, кокнул. Жалко, жалко, жалко. Так, ну ладно, и даже гэппл не подавал. Так, еще куда идем, 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 идем. На. Б2С, более жесткий, сейчас пойдем. Так, что? Красненькие, красненькие. Ай, вы за красненькие, за синенькие. Нет, за синеньких нету, зелененькие. Тогда зелененькие. Ну, если что, будем смотреть за красненькие. Вышел. Вышел. Так, нет, это не отсюда. Жалко. Смотрим за чатом, если кто выйдет. Но, так, надо запомнить, что я зеленый, то все время забываю и бегу на базу красную. О, ну, такая, если честно, карта. Мне не очень нравится. Здесь как бы неплохо, но... Там вот у нас кровать, тут у нас что-то, по-моему, железо, да? Да, железо. Там. Так. Для начала, раз я уже подобрал два железа, купим вот это вот. Так, вот это вот. На то он, кстати, и более прокачанный режим, потому что тут все стоит дешевле, и оно все гораздо мощнее. Так, что-то я покашливаю, походу. Так. Ох, ёлка, у красного походу 4. Ну не может он там настолько быстро строиться. Да. Мы начали. Вот надо было прямо перед самым островом. Прямо перед самым островом. Я не знаю на самом деле зачем здесь сделана мини-карта. То есть что-то потеряешься что ли на этих двух маленьких островках. То есть, блин, нет. Так, меня кто-то дамажит, разворачиваемся, нет, никого нету. Надо хапки купить, хапки купить. Хапчика купить, о, походу они не знают про это железо. Либо просто им не пользуются, на самом деле не знаю, почему они не пользуются. Так, сейчас купим хлипенькую кирочку. Кирочку хлипенькую, да, дальше хавалки. Хавалки блоков. Так, ну блоков на самом деле я так мало закупил, потому что Владиволос, как говорится. Так, меч. У меня 4 железа. Можно накопить на Эскалибум. Так, ну тогда... Сейчас, значит, как мы делаем? Все же надо распределить по лунам. Так, это мне не надо пока что, как минимум. Так, это сюда. Железо. Ну, два, в принципе, нахрена мне ба. Мне одного хватит. Да, так. Чё, у нас Эскалибум я хотел купить, да? Эскалибум. Значит. Води! Что мы делаем? Води! Ну, пойдем попробуем на центр, захватить центр, а то там... Вот зеленый, вот слава тебе Богу, я тебе говорю. Я тебя, блин. Ну, сейчас обнижу. Ну, время произойдет драка. И я так. А, не с темой уже. Ну, все равно я его убил. Так, сколько там у нас? 5, 6... Это кто? А, синие. Ну, синих можете и сломать. Мне вообще без разницы насчет синих. Главное, что не нас. Так, а вот и зеленые. Так, ну что, я зеленый, да? Я точно зеленый. Или я уже гидроцитус. Так, что у нас? 9 железа. Ой, золото какого железа?
Так, 9. Золото, на самом деле, я скажу вам, здесь, именно в этом лук лучше не покупать, потому что просто он вас особо вам не поможет. Прикольнее будет гораздо покупать броню, вот, например, вот это вот, так, можно еще. Все, так, вот так вот. Кстати, я ни разу не заходил здесь, именно в этом режиме, в обменник. Жалко, обменник так и остался. Ну, отчасти это выгоднее, тут быстрее ждет парень железа, значит, быстрее можно золото. Так, чё, мне нужно там 9 железа, да, по-моему? Значит, посмотрим. Ух, я сколько здесь железа? 15. Да, хренище. Да. Ну, оказывается, у нас есть сундучок. Так, чё там мы берем? Поножи покупаем и... Меч какой-то нам надо. Смертоносец. Ну, на киллер магию. Да. Я их не накоплю, а вот на смертоносца вполне могу. Смертоносца. Смердит. Да. Я вам скажу, пока что я снимаю в Севастополе, но в скором времени я поеду к... на Украину, в общем. Поэтому буду снимать с Украины. Да. Так. Эх, чё, накопил на топовый лук. И теперь ходишь с ним, да? Эх, братишка, как мне тебя жаль. Убивать. Как ты был хорошим. Ай, мне сзади поясуют, оказывается. Зараза. Я, блин, ну его кокну скоро. Да, правда, меня пресса и купит. Так, что там есть хоть что-то? Ну да, конечно. Хотя, в принципе, можно взять железо, купить, типа, меч. Купить меч, мой хилый. Так, и вот это вот, все. Отлично. Беги. Ах ты ж. И что ты подумал? Что ты думал сделать? Этот вот меня, блин, пришел, кокнул на его. Я его достану. Ах, зараза. Нет, это красный. Я забыл, что я уже за зеленых играю. Опять ты, блин, зараза, как же ты меня задал. Да. Ух, ё, полсердечка. Вот это я жесткий, да? Да, вообще. Чё, бое? Чё? Смысл? У нас оказывается еще игроки отличные. Да. А на завтра я не вернусь. А я думаю, уже на меня собирается игроки. Ну все, минус лицо. Рука лицо. А, нет, там красные. Так, я так подумал, может быть, пойти к, на базу к синим, но я так вижу, что не получится. Ну, хотя он меня почти туда забросил, я его скинул. Хоть что-то. Ну, ладно. Ну, чё, у кого-то скинь Евгехи. Евгеха 2. Так, и сейчас пойдем. Поиграем. Давайте попробуем в вас сыграть. Я давно в него не играл, скажу. Последний я в него когда-то обожал. Это была моя самая любимая мини-игра. А сейчас я что-то как-то на него позабил. Так, что тут? Вот сюда можно зайти, да? Заказ, конечно же. Так, вы подключились к игре Elysium. Команда красные. Красные. Ну, бое, это было странно. Бегим. Сразу мы отправляем там кого-то. Чтоб получить побольше побаблица. Слабачки. Он сам по себе умен. Чё?
или у нас у кого-то из наших читики. Или просто челик не погрузился. Ай, камер. Так, они нас прессуют. Ну ничего, так вот, и всех просто отправляем, кого тут можем. На самом деле, так как это зомби, тут можно немного ломать систему, их можно отводить от ворот, которые они должны прийти сюда, так как, как-никак они зомби, они не убрали функцию того, что они зомби. Они так и будут нападать. Это вот Кики здесь есть, он просто будет переть как танк, и типа ему вообще будет по... Да. Ай, прессуют. Так, ладно, сейчас мы им отправляем тоже. Так, у меня есть взрывное зелье. Ай, ну челик, ну я хотел как бы с тобой вместе, ну ладно. Так, вот это вот Толик, он тоже был как танк, но у него хп мало. Достаточно мало, 15 хп у него там. Всего лишь-то. Отводим. Пульс гоняет битва. Кстати, музыку я так и не включил. В следующем видео, может быть, включу музыку. Пульс гоняет битва. Так, надо кого-то им поотправлять, а то меня сейчас кокнут. Хана мне. Да. Только мы отправим. И вот так вот. Мелких. У нас оказывается уже 5, а было твои, помните? Возможно, конечно, просто. А, типа, подключился кто-то. Ладно, так, я думаю вкачать. А, 80 стоит, да. Ну, типа, ладно, только отправлю. Та-та-та-та-та-та. Ваншот тут. Ваншот, просто ваншот ванкин. Та-т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 а
этот вот, вот это вот челик. Его, блин, хрен поймаешь. А, да, иди сюда, сюда, иди, сюда, иди, сюда. Все, 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 все. Пусть обгоняет, бич. Сейчас убьем еще Толиков. Ладно, все, вот он, следующая волна. Так, куплю себе лучше две палки и... Еще. Так. О, блин, братик, братик. Что же делать? Что же делать начать? Надеюсь, вы меня нормально слышите. Слышите, слышите, слышите. 23 тысячи коинов. 23 куска коинов. Так, можно им Толику понаправлять. О, они нам танго отправили. О, кто-то в него отправил снежок. Это очень хорошо. Снежок снимает пол... Пол хп сразу, без разницы кому, сколько у него хп сразу, половину отнимает. Так что это очень хорошая вещь. Так, скорострельчик, скорострельчик, скорострельчик. Второй скорострельчик. Да, пульс обгоняет, бич. Там ёман, ё. Сейчас пройдет ведь, сейчас пройдет ведь. Пульс обгоняет бит. И у кого-то бомбит. Так, что-то я никому не... никого не... О, паука нам отправили. Паук на самом деле жесткий, он большой тут. Мощи отправим, чё. Наносит урона немало. Но хотя сам по себе мне не очень нравится. Типа убить его более-менее легко. Пульс обгоняет быт. 250, да, ну тогда вот это вот отправим всех, кого можно. О, моще. Моще, то есть, ну смотрите, он только появился, мы его уже растаскали. То есть, вот поэтому он, если он большой, по нему попадать легко. А в лес когда стрел, маленький, по нему не попадешь. Ну, да, если такая, такой баг иногда бывает. Отправим мощи опять, хотя надо было, наверное, кого-то другого. О, кики вообще, вот, тот, про кого я вам говорил, ну, типа он поет как танк, но... То есть хп у него достаточно мало.
путь обгоняет бит. Пусть обгоняет бит. Там, где можно отправить, там вот этих вот малявок надо отправлять. Пусть обгоняет бит. Чё там? На кого мне на кики не хватит там, да, не хватит. Нужно толиков мне. Танго и толиков, да. Всё. Пульс обгоняет бит. О, кики. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. На самом деле, я вам скажу, у меня игровая мышка. Да, поэтому я все время, когда играю в этом режиме, или просто когда PvP, даже на B2-се, я включаю, есть специальная кнопочка ТЛ-очка, и, короче, ты делаешь один клик, а он, то есть компьютер видит это как за три клика. Просто так. Спамишь. Пульс обгоняет, бит. Так, еще лучше. Меч. Так. Кто тебя виноват? Я давец, он больно бьется, Давай. Очень больно бьется, но ну, хп так мало. Вот точно так и ты игрушки разбрасываешь, когда стоишь. Так. А папа с мамой ходят и бьются. Пульс обгоняет бит. У кошки заболели, у собаки заболели, у волчика пройди. Да, братик стукнулся. Наверное, я по комоду, я не знаю, не вижу. Так, что-то у нас следующее стоит 600. Ах, ничего себе, 600. Много достаточно. Сейчас. Так, пока что еще никто не пропустил ни одного этого. Что ты хочешь, Вова? Да, так, ну я на самом деле хочу накопить просто на меч второго уровня, чтобы потом не разваливать. Типа, ну это все. Покупаем меч. Ну видите, он нам... смог. Он, короче, когда бьет, больно бьет, короче, замедление накидывает. Кидает замедление и слабость. Давай так, что так, ну мы их растащили достаточно быстро. Так. Кики, Толиков. Ой, адрес. Пульс обгоняет бит. И у кого-то бомбит. Так, сколько там? 400, да? Не, на 2 кики не хватит. Кики и мощи, наверное, кики. А, ну даже на кики не хватит. Ну, типа на один хватило, вот снежок. Чё, ждём, наверное, опять купят на кого-то. А, вот кики, да, кики. На самом деле, знаете, что я, наверное, не буду сейчас ничего не покупать, ни на кого не тратиться, буду просто копить. Ох, и Хойлс, он типа как этот мощнее, только мощнее. Как бы, да, он смог. Ах, собака, зараза. Как тебя еще назвать? Пульс обгоняет. О, все, отошел. Уходи, и там. Ай, нет. Хавай, быстро. Ух, там челик какой-то не спас, улетел вместо меня. Пульс обгоняет. Отличненько. Пульс обгоняет. И знаете, наверное, я просто буду покупать, чисто копить на меч.
На мечи. На мечи. Ух, я у кого-то уже золотой. Вот это он купит, конечно. Конечно, возможно... Ладно, не буду говорить ничего. Просто. Блин, от СП еще никто ничего не пропустил. Нисколько не пропустил. Ладненько. Ух, все. Он это хилку кидали. А, там 2 500, да. Железный, 2 500. 500, 2 500. Железный, 2 500. 2 500. Это получается, кого я сейчас могу отправить? Октавиуса. Вот эту, когда бьешь, там на тебя отравление кидается. Ну, не отравление, типа... Октавиус, он типа, у него просто... Много руна. Да, и все. Ой, ну руна жизни. Ай, сейчас зажмут. Люди. Ну, хотя на самом деле они не люди. Ой, нам хана. Нам. Хана, кстати, я могу купить себе уже меч железный. Сейчас буду всем наваливать. Швейтель, плохой зомби. Да, я его убил. Просто он счет у собачков. Чё? Когда закурил все эти сигареты, а ты вообще случайно закурил в эту минуту? Значит, ты видел такое выражение лица было у Лилипа? Да, выражение лица его поразило меня. Никогда в жизни не видел, чтобы улыбка была способна так изменить лицо человека. Да, он как будто даже злорадствовал. А ты знаешь, чье лицо я хотел увидеть в первую очередь? Лицо Элис. Ладно, надо их зажимать. Нажимать по максимуму, потому что так дело не пойдет. Так, ну все, они начали пропускать, они начали жестко пропускать, просто отсылаем. Можно больше радоваться, там всякие зов. Не знаю, кого-то такого. Типа еще можем пики поправлять там. Можно даже доликов, не знаю, они их надо кокнуть с одного удара. Сейчас не об этом. Тра-тра-тра-тра-тра, ну все. Фанаем. Еще кики, еще там всяких таких. Уже у меня 1000 заработок. За волну. Просто прессуем какие. Какие тут, кстати, самые жесткие, по моему мнению, то есть. Вообще там. Да они развалит их. Вообще на изи. Что не развалит? Эх. Да я вам говорю, развалит. Не развалим. Так, адресов, кики, там танго, всех. Всех отправлять, всех подряд. Смоук. Оп. Ну вот это вот я вам говорю, по нее ее бьешь, видите, тошнота, вот не отравление, тошнота. Накидывается. Все лук купил, на самом деле лук здесь вообще отстой. Да. Там мы маленьких отправляем, они нам тоже маленьких отправляют, хотя мы их вообще
с одного удара. Да ну... Вот и все. И сказочки конец, а кто слушал, молодец. Смотрите-ка, все-таки, ну, мои твои. Хотят, пытаются, стараются, пыхтят. Да, но у них этого не получится. Я этого не позволю. Так, ну все, и хана. Адовец. Что там? Ну все, двое осталось. Ну все, победа. Ладно, давайте. До свидания.